мыты о загородной жизни. Среда, утро на Енисее, 3 минуты о загородной жизни. Сегодня у меня в гостях моя одна хорошая подруга Елена Сысоева, певица. И вообще, она пришла ко мне сегодня за помощью, обратилась, принесла свои цветы, с которыми она не может расстаться, гастролируя, но хочет, которые, чтобы они спасать. Хорошо выглядели. Подсохли кончики так. Лепестков, обломался от общего ствола юка, и надо пересадить вот это замечательное денежное дерево, которое ты мне 2 года назад подарил. Вот смотри, 2 растения, которые совершенно не могут жить рядом. Вот это растение называется страманта. 90% влажность любит, потому и сохнут кончики. Хочешь, чтобы оно у тебя было красивое, то бесконечно надо опрыскивать. Нужно надеть целлофановый пакет, чтобы сохранить влажность. А вот это растение, вот ему все нипочем. Оно совершенно может жить в любом месте, но не на прямых солнечных лучах. Клубневое растение, поэтому оно запас влаги себе набирает. Полив часто ему не требуется. У меня есть предложение вот этот цветок пересадить вот в этот горшочек. То есть горшочек побольше? Побольше. Так. А вот этот мы пересадим вот в этот замечательный горшочек. А вот этот зачем вообще трогать? Мне кажется, он так и застыл у меня в одном... То есть ты хочешь его все-таки пошевелить? Пошевелить, да. Ну, давай будем шевелить. Корневая здесь хорошая, совершенно нормальная. Этот пусть полежит. Хорошо. А мы займемся твоим любимым долларовым деревом. Так, держи, Лена, свое долларовое дерево. Я буду сейчас подсыпать грунт. Не забывайте, края горшка обязательно нужно уплотнять, чтобы при пересыхании почва не отходила стенок горшка. Кроме того, лучше всегда лить воду по краям. Поехали работать с твоей юбкой. Мы также добавляем керамзит. Юка, кстати говоря, очень нетребовательна к почве. Корневая нормальная совершенно, мне она меня не напрягает. Пару листиков мы уберем. Ну вот, Леночка, осталось тебе полить свой цветочек, который пересадил я. Ну что, начинаем с 3-м цветочком. Красивый цветок, но, как я уже сказал, 90% влажность любит. Ну так вот, чтобы он не пересыхал, мы добавим в грунт вермикулит. Ну вот, мы грунт улучшили. Теперь ты знаешь, как за ним ухаживать, я тебе все рассказал. Да. На этом пора заканчивать. 3 минуты о загородной жизни. Елена Сысоева и Сергей Богатский. Пока. 3 минуты о загородной жизни.